Приветствую, друзья, мы возвращаемся в Mass Effect. Вот я у шлюзового отсека. Выходим, берем с собой традиционно Гаруса и Тализора Нарайя. Ну, Гарус Вакариан, окей. Подтверждаем выбор, наша стандартная партия выдвигается. Внутреннее давление уравнивается с атмосферным. Так мы с Гарусом в одной гамме. Капитан сошел на берег. Кстати, надо проверить, может быть у меня есть броня для Тали? Какая-нибудь тут завалялась. Оникс. Абсолютно такая. Слушайте, ну, кварианская броня, видимо, довольно-таки редкая штукенция. Я сейчас занят Феррос, нападение гетов. Отправляйтесь на Феррос, разузнаете про гетов. Что вообще случилось? Зачем, почему? Ух ты, сразу ствол, да, можно? Давид Альталакани. Мы видели ваш корабль. Файдань хочет поговорить с вами немедленно. Зачем ему встречаться со мной прямо сейчас? Геты готовятся к очередной атаке. Файдань готовит оборону, но ему нужна ваша помощь. Пожалуйста, я готов вверх помочь. По лестнице за грузовым судном. Вот так вот с места в карьер, да, сразу? Герштурмовичок. Осмотримся. Гет-солдат, гет-солдат, герштурмовичок. Гета-штурмовичка, пожалуй. Так, Гарус, ты снайперку? Вот так вот, парень, да. Однако они не сдаются, их там еще довольно много. Спрячься ты. Чтоб смешались в кучу, так присядь. Попытаемся вот сюда сейчас засингулярить. Засингулярили. Реально с места в карьер. Опасно тут. Ох, опасно. Помехи пошли. Зашибись. Но это означает, что я не знаю, где враги, но, по крайней мере, карта там недоступна. И на том спасибо. Ух ты. Гетские обезьянки. Вот она, обезьянка, я ее видел. Лапку тебе. Гарус красавчик вообще со снайперкой. Стоп. Сохранится. Обязательно сохранится. Сюда теперь. Окей. Проверь, безопасно ли там. Ну, эти геты чертовски опасны. Колонисты, не колонисты. Мака Дойл. Если даже мы не умрем от жажды, то уж геты точно нас перебьют. Как бедная женщина может работать, когда вокруг такая стрельба? Сюда нельзя. Так, осмотримся. Я сейчас здесь. Так, Надежда Джу, Файдань. Азиатская какая-то колония. Боюсь, что геты Ледра погубят нас всех. Все там будем. Геты Дэвид готовятся Рейнольдс к очередной атаке. О, шмон. Так, 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 так. Геты подождут, пока у меня шмон. О, отлично. Журнал грузоперевозок. Вы обнаружили подозрительные данные. На неисследованную планету скопления Voyager был отправлен двухмесячный запас продовольствия. Точных координат нет, но похоже, это груз сброшен где-то в системе Амазонки. Вернемся и посмотрим. У меня только что наверняка появился дополнительный квест. Так, если говорить, геты нас все не еще прикончат, нельзя. То голод добьет. Кондиционеры висят какие-то. Так, стоп, я что-то тут заплутал. Тут же должно быть три отсека. Я не понял. Окей, ладно. Хорошо, хорошо, родная, успокойся. Геты все наступают и наступают. Кодекс. Капитан, я рад, что нам наконец-то выслали помощь. Но вы немного запоздали, не так ли? Арселия.
Извините, капитан. Ну, может, что-то все запоздали. Берегись! Где ты в башне? Спокойно, ребята, спокойно. Защищайте сейчас все решим. Центр колонии! Сейчас все зарешаем. Так, этого броском. Гет-снайпер. Он выжил. Окей. Перемещаемся сюда. У меня есть свой снайпер. С блэкджеком и снайперкой. Так, гет-снайпер, ты мне не нравишься. Я тебя засингулирую. Класс, падают и взрываются. Но я еще здесь не осмотрелся. Фиг с ней, с бойней. Мало ли тут, может, ящики какие-то не осмотрены. Это ж ужас, если я их не осмотрел, то ведь, а? А может, даже еще какие-нибудь люди, с которыми не поговорил? Это же совсем было бы. Так. Колонист. Остановите. Нельзя пускать. Они наступают. Все время наступают. Ну да, похоже, никого больше такого интересного тут нет. Ладно, пойдем тогда. У меня три деления щита, но это не означает, что у меня его, там, не знаю, раза в полтора меньше, чем в два раза меньше, чем у Гаруса, у которого 6. Это, скорее всего, означает, что у меня более чем в два раза щиты слабые, нежели у Гаруса. Так, теперь наверх, да? Так. А тут с кем воюем? Я не хочу умирать! Людишки. Пожалуйста, не дайте мне умереть! Где штурмовик? Смотрите, он повис. Реально, у него пятка застряла в стене. Готов. Так. Я могу пойти сюда. Мне даже вроде как нужно пойти сюда. Уничтожить гетто в башне. Я могу пойти лестницу к туннелям. Я даже, наверное, сначала схожу сюда, осмотрюсь. Что это за такая лестница к туннелям? Не, ну наверняка меня туда отправят, потому что там... Там-то ничего нет. А здесь вот что-то будет. Вызвать. В настоящий момент не работает. Окей. Спрячемся. Быстрее, 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 передвижки. Стоп. Гет-солдат, засингулярим. Черт, успел разок только в пяточку. Воу-воу-воу, полегче, полегче, ребята, похоже, пора щиты включать. Ну все, парни. Я на штурм, прикрываем. Отлично. Туда, где засели гетты. Лучше поехать туда на вездеходе. Окей. Ладно, в любом случае к Файданю, а потом уже туда, к лифту. А здесь я не залезу, наверное. Ах ты ж, господи. Ну ладно, побежали. Так, еще раз карту осмотрим. Ну да. Совершенно точно меня отправят потом вот в этот коридор. Может быть, даже к вот этому лифту. А, я, наверное, на нем вернусь. Вот у меня такое ощущение, что я на нем вернусь. Мне наверняка нужно будет идти, идти, а я потом раз такой вернусь на этом лифте. Потому что уж больно близко он к этой вот локации, самой такой начальной. Башня в безопасности. Спасибо вам, капитан. Я рада, что колония в безопасности. Ценю вашу заботу. И, разумеется, вашу помощь в борьбе с геттами. Их наступление приостановлено. Но они вернутся. Они всегда возвращаются. Скажите, чего хотят гетты? Зачем они нападают на вас?
Если у вас есть вопросы, задайте их гетам. Непонятно, что им нужно. Они просто напали на нас. Сами мы о них ничего не знаем. Основная их база в штаб-квартире Экзогени. Самое лучшее место для поисков ответов на ваши вопросы. Что такое Экзогени? Это компания, в которой большинство из нас работало до нападения. Она основала эту колонию. Аэрошоссе идет как раз до Экзогени. Пропустить это место невозможно. Да уж. Но путь преграждает целая армия гетов. Вот так. Я и не надеялась, что будет легко. Если вы продолжите уничтожать гетов с тем же успехом, у колонии появится шанс. Что вы можете сказать об оборонительных сооружениях гетов? Подробностей я не знаю. Но полагаю, что они укреплены лучше командного поста. Они посадили, по крайней мере, один корабль у Экзогени, а на аэрошоссе я видела большие танки. Следует ожидать жестокого боя. Я поговорю с вами, когда выясню больше. Удачи, капитан. Уходим. Уходим. Или лифт все-таки? Что-то как-то непонятно. Все-таки лифт. Не, я сначала здесь проверю, что такое. Надо посмотреть. Так. Вдруг здесь какой-нибудь ящичек спрятали или еще что-нибудь такое аппетитненькое. О боже, они башни! Неожиданно. А вот поврежденный участок шоссе. Слушайте, ну я, наверное, мог либо на лифте спуститься, либо вот своим ходом, да? Судя по всему. Ну и я выбрал очевидный вариант своим ходом. Сейчас вот я должен встретить тут лифт. Окей, неважно. Важно, что иду я правильно. Враги по правому борту. Стоп, ну туда нельзя пройти. Или... А, можно. Но сначала здесь. Осмотреть край. Ничего, значит туда. Все. Вот прямо здесь, здесь, здесь враги. Спокойненько. Так, вот ты кто? Гет-штурмовик, гет-солдат. Давайте штурмовика засингулярим. Черт, слишком высоко подлетели. Ну ничего. Его достаточно надолго нейтрализовало. Похоже, что этот вентиль часть большой системы. Наверное, нужно найти... Другие вентили. Эти другие вентили. Ну, я думаю, что я найду их. Это куда проход? Поврежденный участок шоссе. А это передатчик гетов. Нет, я сначала лучше к передатчику гетов, наверное, схожу. Нет, а еще лучше я сначала сюда схожу. Собственно, к гетам. Так, самое время приподнять кого-нибудь. Поищем, поищем, никуда я не денусь. Все, что есть, найдем. Так, сюда, нет, подождите-ка. Хорошо, я сюда забегу. Мало ли что. Нет, ничего. Так, и здесь небольшая структурка. Ну, стоп. Очень непонятно, ладно. На вид вроде как... Ага, кто-то живой даже тут. Ну-ка, давай поговорим с тобой. Вам нельзя идти туда.
Что там такое? Я могу рассказать вам. Рассказать все. Как тебе это понравится? Нет! Так больно мне еще не было. Молодец, стараешься. Что с вами произошло? Получаю наказание от хозяина. Постоянно напоминает мне, что я еще живой. Вы здесь из-за гетов, правда? Не только вы здесь интересуетесь этими железками. Кто еще ищет гетов? Ищет не гетов, а способ избавиться от них. Они мешают... Хотят добраться до... Толку от него теперь немного. Оставим его. Я могу вам чем-то помочь? Вы хотите, чтобы я вам помогла? Помочь мне? Нет, мне никто не поможет. Лучше я погибну, сражаясь. Сражаясь с кем? Это что, намек? Сражаюсь не в том смысле. А, окей. Это как продираться через колючие кусты. Чем сильнее трепыхаешься... Время вышло. Снова начинается. Поговорите с Файданем. Попросите его... Осторожно. Здесь сингулярим. А уже как бы и некого. Окей. Ну, какой бластер у них миленький, а? Так, мне можно... Или нельзя? А, вот, все, мне туда нужно пойти. Здесь залезть, и предположительно тут где-то будет вентиль. Мне так кажется. Может и не будет. Странно, вот я нашел два, но, видимо, где-то есть еще. Ладно, ладно, идем дальше. Так, вот сюда, да? Передатчик гетов. Хитромант. Спокойно. Кто-то один еще где-то остался. Это дрон. Кроган? Я тут вроде как на гетов настроился. Так, хорошо, засингулярим. Ух ты! Он сам кого хочет засингулярить. Так, окей, включаем поле. Включаем эту штуку. Не давай штурмовать их нафиг. Еще есть желающие прямо тут, а? Нет, черт, жаль, зря использовал. Окей, будем ждать перезарядочки. Ну, то есть это не означает, что я буду стоять такой и ждать типа, перезарядочки. А просто ждем перезарядку. Передатчик. Его нужно, по-видимому, рвануть. Да? Отлично. Новая запись в журнале. Феррос, подача воды. Найти остальные вентили. Где же остальные, интересно? Вычислите получателя поставок, летите в систему... А, это то задание. Проинформируйте Файданя. Будет рад услышать о том, что вы уничтожили передатчики гетов. Передатчик, вернитесь и сообщите ему об этом. Ну, мне кажется, рано. Рано возвращаться. Я еще и вентиль один не обнаружил, который обнаружить наверняка можно. Подождите, стоп. Нет, все верно. Действительно, этот закуток был полностью заполнен передатчиком. Ну, значит, все, значит, бежим обратно. Ищем вентиль. Не знаю, не факт, что найду, конечно. Что-то есть у меня сомнения на этот счет. Обоснованные. Так. О, тут уже новые враги. Тихо. Спокойно, ребятки, спокойно.
Готовы. Гетики, а? Не понял, ах, я этот вентиль не заметил. Окей. Вот. Заработала. Система активирована. Хорошо. Черт. Поврежденный участок шоссе. Я пробежал и не вернулся туда. Блин, может быть, все-таки тогда вернуться с отчетом? Ну нет, там по лестнице бегать. Все, на поврежденный участок пойду. Черт с ними. Наверняка еще вернусь. Тем более не факт, что меня и пустят на этот поврежденный участок шоссе. Ну, попытаться стоит. Так, что остановилось? Вот. Воу. Песики. Еще не все. Мордастенький. Варен падает замертво изрешеченный пулями. Вероятнее всего, он был вожаком этой стаи злобных падальщиков. И слава богу. Стоп, что такое? А, это его труп просто взорвался. Обледенелый. Штурм-винтовка, снайперская винтовка, уравнитель. Мне нравится название, нужно проверить. Вдруг она действительно круче того, что у меня сейчас есть. Так, взять все. А тут-то, похоже, собственно, ничего-то и нет. Извлечь элементы питания. О-о-о! Находка сослужит хорошую службу Надежде Чжу. И карта местности обновилась. Что-то очень непонятная карта местности. Выглядит странно. Выглядит почему-то на карте больше, чем эта локация есть на самом деле. Тут же ничего нет, точно? Да, точно. Стоп. Нет, точно ничего. Ну что ж, возвращаемся. Но сначала инвентория. Так, пистолеты. Всегда проверяем пистолеты. Всегда проверяем броню для себя. Теперь для Гаруса. Снайперка. Уравнитель. Ух, какое хорошее повреждение-то, а. Аппетитненько. Берем. Модуль какой-нибудь, стабилизатор. Без вообще никакого смысла. Так, стабилизатор, удлинитель. Больше урона. Да нормально, кстати, на самом деле можно. Вольфрам. Сейчас у него разрывные. Ну пусть у него и будут разрывные. Так, а у меня что за... Да, у него боевой сканер 5, я хорошо это запомнил. Вместо него поставим боевой сканер 6. У меня сейчас крио патроны 5. Ну пусть будут крио патроны 5. Наверное, все-таки оставим. Левелапчик. Гарус. О, наконец-то, родименький. Ты среднюю броню можешь носить. Молодец. Так, ну а я качаю все еще защитника. Да, теперь залезем Гарусу в инвентарь и посмотрим, нет ли у меня для него средней брони. Есть хищник 5. Тех и бьет защита снижена, но зато повышение остальных параметров. Я думаю, оденем. Ох, ты сразу такой прям более серьезный стал. Правда, мы теперь с ним ни в одной гамме одеты. Жаль, ну ничего, переживу. Сейчас они вот телепортировались ко мне. Еще бы Тали как-нибудь приодеть. Тоже было бы неплохо, потому что... Но для них это сложно броню найти. Почему-то... Нет, ну вообще даже на самом деле это логично, что для кварианца броню найти сложно. Они же там живут в своих флотах. Летают. Странно, мои ребята что-то где-то повисли. Только периодически ко мне телепортируются, но при этом остаются стоять на месте. Я очень надеюсь, что это временное. В принципе, сейвлот такие вещи в конце концов лечат. Ну ладно, это так. Небольшое лирическое отступление. Может, все-таки воспользоваться лифтом? Хотя вряд ли. Не, не буду. Мне сейчас нужно добежать до этих ребят.
Почему мне такое часто, что я куда-то не туда бегу? Да нет, вроде туда. Стоп. Так, капитан, чем я могу вам помочь? Я уничтожила передатчик гетто в тоннелях. Теперь они не будут доставлять вам хлопоты. Спасибо, капитан. Мы в долгу перед вами. Вы сбросили такой груз с моих плеч. Хотелось бы услышать хорошие новости и по другим вопросам. Как я могу решить проблему с водой? Этим вопросом занимается Мака Дойл. Если вы хотите помочь, поговорите с ней. А что с электричеством для колонии? Этим вопросом занимается Мэй О'Коннелл. Она расскажет вам все подробности. Вы говорили о том, что вам не хватает пищи. Запасами продовольствия занимается Дэвид Рейнольдс. Он расскажет вам, чем вы можете помочь. Я поговорю с вами, когда выясню больше. Удачи, капитан. Это что же мне сейчас, новых квестов накатили нибудь? Мясо воронов. Ладно, сейчас разберемся. Здесь, наверное, проще пробежать. Да чё вы встаете на месте, я понять не могу. Но это их дом. Они очень готовы странно. Защищать его до самой смерти. Ну, очень странно. Стоп. А чё это у меня там вот светится как бы? Так, капитан, чем я могу вам помочь? А, да. В тоннелях живет какой-то парень. Он один из ваших? Наверное, это Ян. Он очень болен. С ним что-то не так. Это не просто болезнь. Так, это после атаки он так сильно изменился. Мы пытались помочь ему, но он ничего не хотел слушать. Я не могу помочь человеку, который отказывается от помощи. У вас есть медикаменты? Что-то, что может помочь ему? Если бы все было так просто. Ян неплохой человек. Жаль, что он сейчас не с нами. Я бы предпочел больше не говорить на эту тему, капитан. Хм. Ну ладно. Я странный. Поговорю с вами. Удачи, капитан. Странные вещи тут у них творятся, однако ж. Так, тут по-прежнему закрыто. А вот ты. Это вы отразили прошлую атаку. Они вернутся. И даже если гетто не убьют нас, мы умрем с голода. Вы что-то делаете, чтобы решить эту проблему? Мы могли бы прокормиться мясом варренов, но это слишком опасно. Вожак варренов огромный, да еще и бешеный. Невозможно охотиться, пока он жив. Я убила большого варрена. Остальные ваши. Прекрасно. Я устрою охоту, когда минует угроза со стороны геттов. Мне пора идти. Это вам за помощь. Немного, конечно, но это все, чем мы можем поделиться. Левелапчик. А вы хорошо разобрались с геттами. Вы настоящие герои. Правда, мне до сих пор нужны элементы питания для генератора. Я нашла эти элементы питания в тоннелях. Они вам подойдут? Я так и знала, что они рано или поздно найдутся. Вот, возьмите. Фай Дань передал мне немного денег. Они ваши. А теперь, если удастся Только что начала поступать вода. Наверное, это благодаря вам. Нам нужно разобраться с геттами. А потом постараться восстановить подачу воды. Вот, несколько кредитов за ваши труды. Еще... Отлично. Спасибо за помощь. Окей, мы и, собственно говоря, что же дальше? И чё мои ребята все еще стоят? Давайте-ка я, наверное, действительно сейчас сделаю сейв-лод. Так, вот, нет, так. Давайте я поставлю паузу. Ну что ж, теперь вроде бы все в порядке. Так, только нужно на пистолет переключиться. Пистолет, я сказал. А, все окей. Надо заглянуть в журнал. Вычислить и получить репостное. Пропавший человек. Миссии. Феррес. Нападение геттов. Отправляйтесь к штаб-квартире Экзогении. Опуститесь на лифте к протеанскому аэрошоссе. Так вот он лифт для чего нужен. А я им все не пользовался и не пользовался. Ну хорошо. Самое время... Ну, кстати, благодаря этому я, собственно, выполнил все эти задания. А сейчас еще и левелапнемся. Защитник. Усиленный барьер получил. Кстати, почитаем. Увеличивает силу и длительность на 25%. Барьер восстанавливает 40 единиц. Щитов в секунду. Круто.
Реально, круто. И на следующий левел я возьму специализацию на стазисе. И, собственно, потом уже приступлю к прокачке стазиса. Че, у Гаруса? Утали. Ну да, не, ну их, конечно, как бы реально. У них прокачка идет достаточно глупая. Но раз уж я принял, повторюсь, такое решение, то нужно следовать ему и дальше. И че у тебя тут квест этот горит? Я понятия не могу. Так, капитан, чем я могу вам помочь? Я поговорю с вами. Да ладно, идите. Давай, до свидания. Пойдем в туннели. Мне кажется, здесь еще на меня могут напасть, поэтому лучше не расслабляться. Опа. Лифт Кайра шоссе. Поехали. Осторожно! Че такое, геты? Сколько я еще подержусь? Все? Один всего был? Кто-нибудь поговорит со мной, нет? Похоже, не поговорит. Ну что ж, тогда берем мак и выдвигаемся. А, или мне еще нужно будет выйти и открыть, наверное. О, нет, ну слава богу. А гетов тут действительно в достатке. Последний отряд ушел на юг. Что они ищут? Я поймал сигнал коммуникатора. Он слишком слабый, чтобы определить направление. Но кто-то там точно есть. Так. Готов. Отличненько. Поехали. Вот так вот. По-крутому поедем. Новый сигнал, капитан Шепард. Я все еще не могу определить направление. Есть признаки движения. Элизабет может быть еще там. Прошло всего несколько дней. Хорошо, поехали. Артподготовку провели, можно ехать. Что-то там целое скопление, похоже, врагов-то. Вон они. Там не скопление, там один враг, но мощный. Подход. Она моя дочь. Я буду надеяться до последнего. Ракетчики. Отлично. Мака, ну за пределы эту трассу не надо другие. Вот эти противотанковые-то ежи, они против мака работают. Стоп, а я что-то не въехал. А почему мне показывают, что позади меня есть цели? Но я этих целей не вижу. А где же они? Мне очень интересно. Ладно, неважно. На самом деле, лучше не вдаваться в такие подробности. Просто вперед ехать. Так, спокойнее. Рядом, если ага, вот тут видим. Мне нужно выходить. Разобраться с гетами важнее. Охранник Экзогени. Интересно, что у меня в журнале по этому поводу пишут? Вы зафиксировали сигнал бедствия. Похоже, где-то неподалеку находится другая группа колонистов. Если вы готовы потратить на это время, отследите сигнал, прежде чем отправляться в штаб-квартиру Экзогени. Стоп, секундочку. В таком случае... Не, ну я же ехал вперед, как бы. Держитесь на расстоянии. Боже правый, Джонг, они явно не геты. Отойдите, Джулианна. Кто вы? Что вам нужно? Капитан Шепард, я здесь, чтобы помочь вам разобраться с гетами. Видите? Не стоило волноваться. А вы слишком доверчивы, Джулианна. Как хорошо встретить дружелюбное лицо. Боже правый, я думала, мы последние выжившие на планете. Пайдань и некоторые поселенцы из Надежды Джу все еще живы. Вы же сказали, что они погибли. Я сказал, что они, вероятно, погибли. Геты нанесли тяжелый удар, но они выжили. Мы знаем, что это такое.
Эти проклятые синтетики не знают жалости. Мы близко от их базы. Вы почти добрались, дорогой капитан. Они окопались в штаб-квартире Экзогени, дальше по аэрошоссе. Это штаб-квартира — частная собственность, солдат. Убивайте гетов, но ничего там не трогайте. Меня не интересуют секреты вашей компании. Капитан, вообще-то пока интересует. Вы не ушли. Моя дочь, Элизабет, она пропала. Лучше им не тратить время на ее поиски. Мы произведем подсчет жертв, когда оттуда уйдут гетты. Это вы так говорите о моей дочери? Она еще жива, я знаю. Где ваша дочь, Джулианна? Боже правый. Она была в здании Экзогени, когда началась атака. Ах да, там имеется несколько мест, где можно спрятаться. Ненадолго. Если она там, я постараюсь помочь ей. Спасибо, дорогой капитан. Спасибо. Оставайтесь здесь, пока я не выясню, что затеяли гетты. Конечно. И, пожалуйста, не забудьте, если увидите мою дочь. Ну что ж, давайте осмотримся. Я надеялся, что вы найдете время поговорить со мной. У меня небольшая проблема. Что вам нужно? Ну, мне нужно получить кое-какие данные. Вы быстро управитесь, а я хорошо заплачу. Я слушаю. Ну и вот. А прочесывание развалин-то стало довольно опасным в последнее время. И что только заставляет окружающих думать, что нам нравится попадать в опасные ситуации? Ну, все не настолько плохо, честно. Ну вот, вам нужно найти мою консоль в штаб-квартире Экзогени и переписать данные с нее на этот ОНД. Все просто. Я поищу их, если будет время. Ну, благодарю за помощь. Данные могут стоить очень дорого. Ну, конечно, если мне повезет, и я все-таки выберусь с этой планеты. Нам пора идти. Ну, только не забудьте о моей просьбе. Поговорим сначала со всеми обязательно. А вдруг мне выдадут еще какие-нибудь квестики. Так, беженец. Иначе мы обречены. Здесь у них небольшой форпостик такой. А я пришел вот оттуда, по-моему, да? Через несколько недель никто из... Большинство людей не понимает. Подождите, а куда же мне идти-то на то, да? Не понял. А, ну тут всего один вариант. Поэтому мне в любом случае туда, видимо, там... Куда-то еще можно поехать дальше. Сейчас посмотрим. Не, серьезно, а куда тут поехать-то? Вот куда, сразу что-то как-то и не заметил. Ну ладно. Так, поворот. Сюда тихо-тихо, Мака, тихо, спокойно. Не торопясь. Гетики. За дверью. Не, подождите. Что-то у меня какое-то дежавю. Ну нет, вроде бы я здесь не был. Да, давай, 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 все, готов. И опять маркеры остаются. Очень стыдно. Вот они. Пакет безопасности. Ах, вот оно что. Слушайте, и там, может быть, то же самое было. Ну-ка я тогда осмотрюсь тут. Блин, наверняка и там было то же самое. Ну ладно, теперь уже не важно. Вроде бы там у меня квестов-то никаких не было, поэтому, собственно, не так критично, но... Че, серьезно, что ли, подняться не можешь? А, все, можешь. Слава богу, я уж испугался. Но, конечно, неприятно, неприятно, что я пропускаю такие вещицы. Нужно быть внимательней. Нужно быть внимательней. Интересно, много ли здесь таких закутков? Вот я сейчас еду такой, не присматриваюсь. Стоп! Во! Отключите передатчик! Гетты наступают! Да отключите же, черт побери! Вылазим. И залазим. Не залазим? Не залазим. Окей, дальше поехали. О, тут проход. Все, тут точно вылазим и идем.
где-то типа прямо здесь гет. В коленку. Ну, очень странно. Не, все равно с маркерами. А, вот. А туда как попасть? Вообще не понимаю. Что за бардак творится в датском государстве? Туда как пролезть? Я очень хочу туда пролезть теперь, все. Но не понимаю, как. Здесь можно? Вот вроде как выглядит это место так, как будто можно здесь пролезть, но на самом деле... И опять мои ребята повисают. Ну ладно, ну ладно. Очень все это странно, что происходит. Ну очень просто. Поехали. Что, кто-то стреляет в них, что ли? Так, окей. Что я расслабился. А теперь шагающий танк. А, он готов уже. Отлично. Здесь нельзя пролезть. Ну что ж, знаете, я думаю, мы свое вот это вот веселое путешествие на Мака по вот этим вот аэротуннелям, или как они там называются, в общем, по окрестностям Экзогени. Да, по окрестностям Экзогени мы продолжим уже, друзья мои, в следующей серии. А на этом я с вами прощаюсь. Огромное вам спасибо за внимание и до свидания.